Это момент, когда солнечное утро на склонах вулкана Антаке превратилось в кошмар. Японская команда документалистов засняла, как из вулкана вырывается гигантское облако пепла. А один из альпинистов заснял на телефон момент извержения вблизи. Через секунду его накрыло облако пепла. По словам выживших, они были уверены, что умрут. Это был настоящий ужас, говорит этот мужчина. Камни сыпались, как град. Мы пытались закрыть лицо, но все равно не могли дышать и даже открыть глаза. Это крики отчаяния туристов, спрятавшихся в домике на вершине вулкана. За окнами неистовит вихрь из пепла. Слышно, как камни падают на крышу. Утром масштабы разрушений открылись в полном объеме. Целые дома погребены под толстым слоем пепла. Спасатели, прибывшие на место катастрофы, нашли под пеплом тела по меньшей мере 30 погибших. Часть выживших военные эвакуировали вертолетом. Остальных сносили вниз на носилках. Вулкан продолжает выбрасывать в воздух столбы дыма и пепла. Главный вопрос сейчас: почему от власти не было предупреждений об этом извержении?